где искать работодателей, с какой сферы деятельности связать свою жизнь, эти и многие другие проблемы уже волнуют нынешних школьников. Проект ранней профессиональной ориентации поможет определиться с будущей карьерой. Подробности в сюжете Елены Кандидатовой. Кем быть и кем стать? Вопросы, которыми задаются все школьники с малых лет. Кто-то смотрит сайты различных учебных заведений, кто-то ходит на дни открытых дверей в колледжи и университеты. Но у всех учеников Тверской области есть возможность лично пообщаться с работодателями из самых различных областей деятельности на фестивале «Билет в будущее». Для вас сегодня открыты все наши возможности, все наши сердца. И наш регион в целом для вас все делает, чтобы реализовались как можно эффективнее. Миссия нашего проекта – показать всю экономическую мощь нашего региона. Наша задача – чтобы вы правильно выбрали свой профессиональный путь. Как признаются организаторы мероприятия, благодаря интересу ребят и работодателей фестиваль имел успех в прошлом году, а потому реализуется и сейчас. Проект «Билет в будущее» – наш партнерский проект. Мы как движение первых очень дружим с нашими коллегами. Заключили сотни, по-моему, уже соглашений за этот год. И поэтому нам удалось привлечь новых партнеров к нам на площадке. Каждый из участников фестиваля может примерить на себя разные профессии, получить комментарии от консультантов и узнать о всех широтах своей карьеры. В этом году организаторам фестиваля удалось привлечь максимальное количество партнеров – более 30 профориентационных площадок, в том числе колледжи, университеты и ведущие предприятия Твери и Тверской области. Представители рассказывают об особенностях профессий, делятся собственным опытом, а также проводят небольшие мастер-классы. Исходя из нашей сегодняшней ситуации жизненной, очень проблемно с кадрами, поэтому мы сегодня вышли в школы, чтобы понимать, кто интересен нам, кому интересна наша профессия. В программах у нас есть создание учебного центра, где мы будем профориентировать детей. Помимо работы площадок, на фестиваль также приедут спикеры, которые поделятся с ребятами своими знаниями и карьерным опытом. Привлекает подростков не только интересные рассказы о специальностях, но и то, что все это происходит в интерактивном формате, с помощью которого ребята могут попробовать сами практиковаться в профессиях. Больше мне, наверное, понравился туризм, где ты можешь объяснять людям, увидеть мир и открыть для себя что-то новое. Совместно с Тверским региональным отделением движения первых на базе исторического музея «Россия. Моя история» фестиваль профориентации «Билет в будущее» в этом году собирается привлечь около 12 тысяч школьников со всей Тверской области. Организован в первую очередь для профориентационной пробы детей и даже не просто детей, а тех людей, которые уже нацелены на свою профессию в будущем, школьников, которые еще не нашли, возможно, свое призвание, но найдут за счет этого фестиваля. Проект позволяет найти не только работодателей, но и новых друзей и знакомых с разных округов нашего региона. «Билет в будущее» объединяет учеников школ и руководителей других учебных заведений и предприятий, раскрывая новые границы для общения, связи и сотрудничества. Самый масштабный профориентационный фестиваль Тверской области уже открыл двери для первой тысячи школьников. На протяжении 11 дней ребята смогут познакомиться с работодателями из совершенно разных сфер и получить свой билет в будущее.